На международном чемпионате Arctic Skills 2019 наша землячка показала хороший результат и вернулась домой с бронзой. Марина Филиппова представила Ненецкий округ на международных соревнованиях среди профессионалов компетенции преподавания в младших классах. Среди участников были ребята из России, Швеции, Норвегии и Финляндии. Чемпионат прошел в Дудинке со 2 по 7 апреля. Подробности в следующем сюжете. Марина Филиппова – студентка 4 курса Нарьянмарского социально-гуманитарного колледжа. На чемпионат девушку выбрали не случайно. Она подходила по всем критериям компетенции преподавания в начальных классах. Марина признается, на победу сильно не рассчитывала, ведь опыта на выездных масштабных мероприятиях не было. Волнение зашкаливало. Мы приехали, познакомились с девочками, с которыми участвовали вместе. И там у них было много нового оборудования, которое тоже как бы учитывалось в баллах при оценивании нас. Получается, только за день познакомилась с этим оборудованием, и вот было трудно работать с ним. Для подготовки Марины были задействованы все методисты социально-гуманитарного колледжа. В частности, готовили проведение урока по различным предметам, экскурсию, а также представили свой сайт и его наполнение. По итогам чемпионата самые высокие результаты девушка показала в ведении экскурсии. Ну, Марина ведь она у нас одна из сильнейших, понятно, студенток, поэтому надежды мы на нее возлагали большие. Но занять какое-то место, зная, что те участники все-таки уже имеют практический опыт, да, а мы только теоретически готовились, мы, честно говоря, не надеялись. Галина Назарова признается, для хороших результатов необходимо выезжать на подобные масштабные мероприятия, а еще лучше проводить их на территории нашего региона. Когда обсуждали все итоги этого большого форума, то президент Арктического университета предложил следующие арктические игры провести здесь, в Нарьянмаре. Но, конечно, бы очень хотелось, да, чтобы Нарьянмар показал свои навыки в организации вот таких вот больших мероприятий, форумов, да? Добавлю, на чемпионате также представили наш регион и 4 студентов из Ненецкого аграрно-экономического техникума. Ребята принимали участие в Arctic Skills впервые. Наталья Кислякова, Антон Водряков, телеканал «Север».